1915 год. На западе Казахстана, как и по всей стране, бушует страшная вспышка чумы. Люди гибнут семьями, чума выкашивает целые аулы. Не хватает самого элементарного – коек в больницах, самих больниц, лекарств, бинтов, чистой воды. Но самое главное – не хватает врачей, которые могли бы противостоять эпидемии. А те, кто есть, кто может что-то сделать, каждый день и ночь, круглые сутки, на пределе человеческих возможностей, борются за жизни умирающих, рискуя своими собственными. Он мечется между кричащими, молящими о помощи людьми, будто в бреду. Спасти, спасти как можно больше, спасти каждого, ведь в каждом лице, скорченном от боли, он видит умирающего от чахотки отца. В каждом крике о помощи ему слышится голос любимого брата, которого отняла у него смертельная болезнь. Он врач, и он знает, что смерть всегда рядом. А потому, даже сейчас в этом чахоточном аду, несмотря на усталость и стресс, он судорожно делает записи и наблюдения в своем блокноте. Эти пометки, понятные только ему, впоследствии помогут тысячам врачам понять, как противостоять эпидемии. Они лягут в основу его научного труда о профилактике и борьбе с чумой. А он сам войдет в историю не только казахской медицины, а станет знаковой личностью в истории нашей государственности. Его имя – Халел Досмухамедов. Стремление вызволить казахов из многолетнего колониального рабства и повсеместного попрания их прав и свобод в те годы на рубеже столетий стало ведущей миссией по-настоящему уникальных личностей. В том числе и Халела Досмухамедова, человека-энциклопедии, полиглота и ученого-просветителя. Его тяга к знаниям и универсальность натуры вывела его на жизненный олимп довольно быстро, уже в молодости. И это неудивительно. Он был блестяще образован, что в те годы часто становилось решающим фактором для любого человека. А казаха в особенности. Халел Досмухамедов родился в 1883 году в волости Тайсойган, получил начальное образование у аульного мулы и затем в 1894-95 годах поступил в Уральское реальное военное училище. Следует отметить, что тогда в Российской империи доля грамотного населения во всей империи составляла чуть более 28% по официальным данным общероссийской переписи 1887 года. И из них на долю казахов приходилось всего менее 1% грамотного населения. Халелу повезло. Он родился в семье человека, который и сам был образованным, и детям своим всячески старался дать образование. Хотя это было сложно. Семья была многочисленной, при этом простой и небогатой. О том, как они жили, а вернее выживали, Халел Досмухамедов будет вспоминать, давая показания следователю Объединенного государственного политуправления, спецоргана госбезопасности СССР. «Происхожу из крестьян», – писал он в ходе допроса 14 сентября 1931 года. Отец и мать – самые обыкновенные кочевники. Имели средний достаток и, обремененные семьей, еле сводили концы с концами. Отец умер до окончания мною вуза. Нас было 10 человек. Я 7-й по рождению и 2-й мальчик. Старше меня был один брат. Он болел туберкулезом и умер одновременно с отцом. Но даже в таких суровых условиях мальчик учился и набирался знаний. К
Когда ему исполнилось 11, он поступает в Уральское войсковое реальное училище, одно из лучших в стране, в котором основу, в отличие от классических гимназий того времени, составляли естественно-математические науки. В те годы там обучалось 300 детей, и среди них около 18 казахов, получавших стипендии от старшин управителей степных властей. В числе этих счастливчиков, помимо самого Халела, был и его будущий соратник по политической стезе и ближайший друг по жизни, однофамилец Жаханша Досмухамедов. Были ли они знакомы уже там, в училище, доподлинно неизвестно. Халел был старше Жаханши на 4 года, поэтому юный Халел пока в одиночку преодолевал как мог все испытания. К примеру, он практически не знал русского языка, обучаясь у аульного мулы лишь арабской грамоте. Однако пасовать перед трудностями мальчик не привык, а потому довольно быстро освоил чужеродный язык и даже выбился в отличники. В архивах, в частности, сохранился аттестат Халела, выданный ему по окончанию 6 основных классов Уральского войскового училища. Это произошло летом 1902 года. На тот момент ему было 19 лет. В аттестате всего 2 четверки – по русскому и арифметике. По всем остальным предметам, среди которых, например, немецкий и французский языки, а также алгебра и геометрия, лишь отлично. Сохранился и еще один исторический документ – свидетельство особого образца, выданное Халелу летом уже следующего, 1903 года, как выпускнику дополнительного 7 класса. И здесь уже одни сплошные пятерки, что дает, судя по этой бумаге, Досмухамедову право поступления в любое высшее специальное учебное заведение без сдачи каких-либо экзаменов на основе одного лишь устного собеседования. Любопытен мотив, который побуждает 20-летнего парня сделать выбор в пользу будущей профессии. По сути, вчерашнего юношу, в свое время приехавшего в Уральск из отдаленных степей Кызылкоги, ныне Атрауской области, а теперь открывшего перед собой огромный мир высшего образования Российской империи. Хотя стоит признать, университетов в то время было немного. Отсюда и жесткие, невероятно трудные условия отбора в действующие вузы. И те несколько десятков казахов, которые учились в те предреволюционные годы высших альма-матер по всей России, были своего рода элитой, избранными от целого народа. На высшее образование вообще претендовать могли единицы. Ну вот классический пример, могу привести пример. Такой был Мухамеджан Танышпаев, один из видных деятелей Алашарды последующие. Он, например, получил стипендию на обучение в Москве, лично пройдя там специальную комиссию на получение стипендии генерал-губернатора Семиреченской области. То есть это было такое уникальное достаточно явление. Поэтому очень многие из тех, кто получал высшее образование, это либо были дети переводчиков, это был такой очень среди казахского общества, тогда были такие уважаемые люди, те, кто отвечал за связи казахского общества с российской администрацией. Санжар Асфендияров, например, отец был переводчиком. Почему переводчики? Вполне понятно. Большинство казахского населения было неграмотным. Люди практически не знали и не понимали русского языка. При этом дело производства, школы и даже суд, куда народ шел со своими бедами и проблемами, как в последнюю инстанцию, все это функционировало исключительно на русском и было недоступно простому человеку. Однако Халел Досмухамедов выбирает не менее важную профессию врача. И не просто лекаря, а военного лекаря. Почему военный врач? Я думаю, это было... Ну, во-первых, врач это была в тот момент крайне дефицитная профессия в степи. И для казахского общества традиционного это была очень такая профессия, которая имела большое значение. Но и второе, почему военное, это, наверное, потому что было проще поступить. Потому что там же, опять же, стипендии нужны, опять же, нужна поддержка. А по военной линии всегда это проще сделать. Поэтому, я думаю, это тоже фактор, который сыграл свою роль. Еще один фактор, и, скорее всего, именно он был решающим. Это детство Халела, полное боли и постоянных переживаний за своих родных, тяжело и мучительно умирающих от чахотки, как тогда называли туберкулез. От этого недуга скончался старший брат Халела, а также его отец Досмухамед. Потому что начало 20 века было ознаменовано не только большими потрясениями экономического, социального характера, не только в Казахстане, но и во всей Российской империи, но и, скажем так, вполне ожидаемыми, но неожиданными вспышками такой эпидемии, как чума, которая унесла на территории Российской империи, включая и Казахстан, достаточно большое количество людей. И вопрос наличия квалифицированных медицинских кадров стоял на большом государственном контроле и учете.
бушевали в степи помимо туберкулеза и другие страшные болезни – тиф, оспа и холера. Видя все это собственными глазами, потеряв отца и брата, Халил поступает в Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию. При этом, имея право зачисления в вуз на особых условиях, он столкнулся с непредвиденной ситуацией. Ему сообщили о необходимости сдать экзамен по латыни. Узнав об этом непременном условии, он пошел в администрацию и сказал: «Дайте мне месяц, и потом я приду сдавать экзамен по латыни». Получив разрешение от ректората, через месяц он сдал экзамен по латыни на 5. Так он и поступил в академию. Подобные сложности могли сломать любого, но не Халела. Его характер такие трудности только закаляли. Он шел вперед, несмотря ни на что, никогда не забывая о том, каким трудом далось ему поступление в Петербургскую академию. Пафосное, с особым лоском и шармом, утонченное заведение. Сохранились уникальные фотографии тех самых студенческих лет. Вот здесь Халел, студент третьего курса академии. А здесь он с друзьями-студентами среди аксакалов, приехавших с родины. Фото сделано примерно в то же время. Чуть позже, в 1908 году, сделан еще один снимок с друзьями – Нургали Ипмагамбетовым, с которым Халел учился еще в Уральске, и Губайдуллой Бердиевым. Тогда же студента Досмухамедова запечатлели с еще одной группой казахской молодежи. Все они учились в петербургских вузах. Здесь мы видим, в частности, Мухаммеджана Тынышпаева. Вот он сидит третьим в первом ряду. Будущий соратник Халела по Алаш-Арде и известный железнодорожный инженер. Рядом с Тынышпаевым – сестры Асфандияровы, Марьям и Гульсим. Первые казашки, учившиеся в вузах Петербурга. Халел третий в верхнем ряду. Традиционно нарядный и деловой. В этом смысле ему повезло. И, кстати, многие говорили, кто общался с ним, они все говорили, что санкт-петербургский период его жизни был один из самых таких ярких в тот момент, потому что, ну, действительно такое впечатление о мире он формировал именно там. И Мухаммеджану Тынышпаеву, студенту Императорского института дорожного сообщения, и Халелу Досмухамедову действительно повезло. Их вузы действовали подобно передовым современным университетам. Студенты могли ходить на лекции крупных ученых других альма-матер, также им дозволялось посещать дисциплины, совсем не имеющие отношения к их специальности. Вместе с Тынышпаевым Халел, в частности, с упоением слушал лекции знаменитых и громогласных в ученом мире профессоров Бартольда, Радлова и де Куртене. Здесь студенты самостоятельно выбирали преподавателей, и это очень похоже на современную модель образования. Кстати, как нам известно, Халел был учеником академика Павлова. Но не надо забывать, что Халел не только врач, он также и историк, лингвист, литератор, фольклорист. У этого человека было много талантов. И я думаю, что именно научная среда Санкт-Петербурга является основной причиной его стремления к получению им бесценных энциклопедических знаний. Халел учился с таким рвением к знаниям, что начиная с третьего курса ему начали выплачивать специальную стипендию морского ведомства. И в итоге он блестяще заканчивает академию. С отличием. О чем свидетельствует сохранившийся в архивных фондах диплом выпускника вуза. А еще на память о том радостном событии сохранилась фотография, датированная 9 октября 1909 года. Халел на ней настоящий красавец, с прямой горделивой осанкой, в роскошном парадном мундире, с саблей и нарядными эполетами. Он удивительно спокоен и по обыкновению деловит. Впереди, уверен Досмухамедов, жизнь, полная ярких событий и громких побед. Впереди его и правда ждала судьба величественная и грандиозная по своему размаху и наполнению. Но и трагическая, полная боли и страданий. Этот путь он разделил не только со своими соратниками, но и с ней, верной и надежной спутницей по жизни, красавицей Сагерой. Как они познакомились, сейчас уже никто не знает. Однако остались сведения о заключении брака между молодыми людьми в 1907 году. Халел был еще студентом, а Сагере и вовсе было всего 16. Они полюбили друг друга до конца своих дней. Она подарит ему большую и дружную семью, любимых детей, создаст атмосферу тепла и уюта в их доме. На такие долгие и такие короткие 30 с лишним лет. Устроив свою личную жизнь и женившись, Халел Досмухамедов осторожно выбирает и путь политический.
сохранились его воспоминания о том периоде жизни. Вот что он пишет. «В Петербург я попал накануне Первой революции, когда демократия и студенчество в том числе роптало. Попал в студенческий водоворот, жадно взялся за свое политическо-просветительское образование. Знакомился с программами и требованиями различных политических партий. Ни одна из программ не удовлетворяла меня. Социал-демократы говорили только о рабочих, социалисты-революционеры о крестьянстве и местных автономиях, кадеты о величии русского народа, но ни словом о других народах, а правые только травили инородцев. Не забудутся слова Милюкова, сказанные в одном из его докладов, где был я и другие, случайно. Он сказал, что царское правительство эксплуатирует инородцев грубо и с цинизмом». Как известно, студенчество активно участвовало в революционных событиях, как и в столице империи, так и в других городах, в том числе и окраинах. И когда Халил Досмухамедов, возвращаясь на каникулы в родные степи, он, конечно же, участвовал активно в общественно-политической жизни. Участвовал, составляя петиции, воззвания, письма. Он публиковал также статьи в газетах. Это были те самые переломные годы, время перед Большой русской революцией 17 года, и в то же время уже отгремело восстание 5 года. Этот период запомнился расцветом либерализма в России. Самодержавие даже рискнуло запустить работу первого парламента. Но Госдуму каждый раз распускали раньше срока, боясь ее силы и растущего авторитета среди народа. Пробуждение национального самосознания происходит в те годы и в казахском обществе. Просвещенная и образованная часть населения, будущий оплот Алашорды, задумывается о необходимости степного переустройства. Становление Досмухамедова в качестве большого политика и патриота страны происходило параллельно с его врачебной карьерой. И здесь вновь прослеживается тот самый халиловский характер, его внутренний несгибаемый стержень. Окончив академию, он получает направление в чине офицера на военную службу, врачом в Чердынский уезд Пермской губернии. Затем он служит военврачом в казахских стрелковых батальонах. Проходит годичные курсы в Уральской горбольнице. И он не выбирал места поспокойнее. Напротив, бросался в эпицентр чумных эпидемий, не боясь самому сгореть в этом чахоточном аду. Сөйтіп жүргенде, мына тағы да сол мына Астрахань өңірінде, қазіргі мына Сталинград дейміз. Затем произошли крупные вспышки чумы на территории Западного Казахстана, междуречье Волги и Урала, в Астраханском уезде и Саратове. Территории распространения чумы в то время делились на 13 зон, в зависимости от тяжести и темпов развития болезни. К примеру, наиболее отдаленные очаги относились к первой зоне, далее идет вторая. Допустим, один год службы человека в первой зоне приравнивался к 2 годам. Поскольку Халел работал в самом эпицентре чумы, один день его работы засчитывался за 12. Поэтому он неоднократно отпрашивался и отправлялся на родину бороться с чумой. За его заслуги он был награжден императорской бронзовой медалью. А еще по его же прошению был освобожден от прохождения военной службы и направлен работать участковым врачом в Темирский уезд Уральской области. Параллельно Халил все больше участвует в общественно-политической жизни страны. Уже в июле 1917 года Досмухамедов является председателем первого всеказахского съезда в Оренбурге, того самого форума, на котором провозгласили о создании партии «Алаш». И, например, очень показательно, что местные представители традиционного казахского общества, которые в то время, они начинают пытаться призывать образованных казахов из разных мест, где они находились. Например, Жаханша Досмухамедов, однофамилец моего прадеда, и в то же время его ближайший соратник, с кем они двигались практически всю гражданскую войну вместе и революцию, он, например, был помощником прокурора города Томск, с Томской губернии. А это почти генеральский чин. Но он не работал в Казахстане. Очень многие, кстати, не работали в Казахстане, потому что на территории казахских степей просто людям с высшим образованием российским негде было работать. Ну, не было таких условий. И не будешь переводчиком просто работать. И поэтому, например, люди, кто жил как бы в Западном Казахстане, они обращались к Хаджан Хадшеду с Мухамедову с просьбой вернуться и говорить о том, что сейчас как раз настало время, когда свои интересы надо защищать. И они возвращались, образуя костяк алашского правительства. Они горели желанием изменить судьбу бесправного народа, терпящего произвол на своей собственной земле.
Впрочем, проблемы простых казахов волновали Халела и его товарищей по студенчеству всегда. Об этом говорят и письма, которые он писал своим друзьям, будучи в Петербурге. Во-первых, он в своих показаниях ОГПУ, когда давал, то он четко указал, что его как личность состоялся во время Первой русской революции, 1605-1607 год. И как раз это его формирование, оно тогда и произошло. И, собственно, он активно в этот момент отмечен именно тем, что он много писал. Он активно участвовал в политической деятельности. Его в 2010 году, в 2007 году арестовывали за, скажем так, среди казахов агитацию по тем временам антиправительственную деятельность. Но он не сидел в тюрьме. Жестких преследований в царское время не было. Однако находился под неусыпным полицейским надзором, что не мешало ему активно участвовать в назревающих процессах трансформации общества. К примеру, он много и плодотворно писал в газету «Казах», первую политическую газету, созданную Ахметом Байтурсыновым. Эта газета была маяком и ориентиром для образованной молодежи. Однако ближе к 1913 году ситуация с расстановкой сил внутри казахской интеллигенции постепенно поменялась. Главным лидером общественно-политического движения «Алаш», юридически еще не оформленного, но идейно уже созревшего, оставался Алихан Букиханов, личность легендарная уже при жизни. Но параллельно появилась и блестящая плеяда западной интеллигенции. Туда вошли Обадас Мухамедова, а также Бахыджан Каратаев, султан Букеевского ханства, Чингизид, как и Букиханов, а также депутат Госдумы. Фигура не менее яркая на авансцене тех событий. В декабре 1917 года прошел второй общеказахский съезд, и когда вроде бы как юридически было оформлено правительство Алашарды, Временный народный совет, так называемый. И де-факто и де-юре вроде бы было создано государственный орган, и была определена территория, на которой распространяется власть, юрисдикция новой государственности, автономия Алаш. С другой стороны, Алихан Букиханов, как лидер, объявил, что рано нам говорить о том, что мы должны быть независимым, самостоятельным. Потому что он считал, что нужно дождаться учредительного собрания. Всероссийского. Учредительное собрание, которое будет насильно распущено в январе 18 года большевиками, видело Россию федеративной демократической республикой. Букиханов, боясь ошибиться и поспешить, медлил с принятием решений, а именно провозглашением казахской автономии, что никак не устраивало западных патриотов, перед глазами которых был пример башкир во главе с Заки Валиди, сразу же заявивших о создании автономии. А казахи так и не провозгласили. Почему? Потому что на съезде втором они взяли паузу, месяц. Они сказали, дайте нам месяц. Для чего? Для того, чтобы определиться с положением казахов из Туркестана. Туркестанские казахи – это вот Алматинская область, ну, Семирическая тогда, и Сардаринская область. То есть, по сути дела, Джамбул, Чимкент, Кызылорда и Алмата. Вот эти, как они будут, войдут ли они в новую казахскую вот эту автономию или не войдут? И говорили так, что если в течение месяца мы не определимся, то тогда мы провозгласим. Не успели, потому что произошел разгон учредительного собрания большевиками, произошел окончательный переворот, и большевики узурпировали власть, после этого начинается новая жизнь. И здесь политическая степь погрузилась в некую двусмысленность. После декабрьского съезда, также оренбургского, алашардинцы разъехались по своим городам. На западе остались уроженцы края – Халел и Жаханшадас Мухамедовы, которые видели, что местные большевики, в основном простые переселенцы, по-прежнему заинтересованы в изъятии казахских земель у народа. И деятели алашского правительства решаются на переговоры с советами, которые на фоне тех же воинственных казаков выглядели все же менее радикальными, обещавшими дать федеральные права народам. Переговоры велись по телефону. Вел их, в частности, Халел Габасов, заместитель Букиханова в Алашарде. Он говорил лично со Сталиным, на тот момент наркомом по делам национальностей. Речь шла о взаимном признании сторон. И тогда Сталин предложил устроить личные переговоры и попросил приехать в Москву. Отправить решено было обоих Досмухамедовых, также имевших немалый авторитет среди соратников по партии. Там они, по некоторым данным, провели несколько встреч и вроде бы договорились о взаимном признании. И в этот самый момент советская власть начинает арестовывать представителей Алашарды, в том числе арестовывают в Симбалатинске. Букиханов уезжает в степь, там они бегут в степь, спасаются, и как бы с советской властью происходит такой разрыв. Для советской власти в тот момент это был крайне невыгодный союз, но они получили признание, но в то же время не хотели договариваться на условиях, которые выставили им представители Алашарды. Но это было объективно, потому что у большевиков была централизаторская все-таки
понимание устройства государственной власти, они никак не собирались давать реальную автономию. Ситуация обострилась. Члены Алашорды оказались в тупике. В этот момент уральские казаки восстали против большевиков. Досмухамедовы, оба по натуре люди решительные и в какой-то степени отчаянные, провозглашают о создании уильского улаята, некого подобия гособъединения. В противовес восточной группировке во главе с Букихановым, так и не решившимся на автономию. Взгляды западного пододела Алашорды были абсолютно другие. Они считали, что край должен управляться по своим законам. То есть речь идет о федеральной структуре управления государством. То есть западный пододел рассматривал в своих политических конструкциях, идеалах будущую государственность казахов, скажем так, на каких-то федеральных основах. Все это говорит о том, что был конфликт интересов. Западное крыло Алашорды было создано на базе уильского улаята после переговоров в кулуарах Уфимского совещания в сентябре 1918 года. Были на том памятном совещании членов алашского правительства многие их соратники, но главное слово было за ними – Халелом и Жаханшой. Они говорили о том, как быть дальше, как поступить, чтобы двигаться вперед максимально верно в отношении страны и ее народа. И в итоге они сумели договориться – распустили улаят и учредили западное подразделение Алаш. Миновали алашский раскол, вновь объединившись. Окончательное формирование Алаш-Орды как государственности сформировалось и произошло только во второй половине 1918 года. И я так предполагаю, что к необходимости, к эффективному и быстрому созданию новой государственности Букиханов и его соратников в восточной Алашорде, так называемой, подтолкнули как раз действия их соратников из западной Алашорды, которые считали, что нужно создавать и уильский улаят – это аналог государства. Сегодня с высоты прошедших лет сложно до конца прочувствовать и понять, что же все-таки двигало этими людьми. В понимании современных казахстанцев это глыбы невероятного масштаба, монолитные личности. Но не надо забывать, что это были прежде всего обычные люди со своими характерами, эмоциями, обидами и надеждами. Халел Досмухамедов, хоть и был врачом по профессии, имел, по словам историков, натуру далеко не мягкую. Он был неуступчивым, твердым, где-то категоричным и даже жестким. В этом он походил на своего однофамильца и ближайшего друга Жаханшу. Его жизнь сложно уместить в любой из фильмов или книг. Он успел невероятно много. О чем он, к примеру, думал, выхаживая больных чахоткой, бросаясь в этот страшный мир туберкулезной агонии и при этом не боясь умереть? Или все же боясь, но все равно бросаясь на алтарь любимого врачевания? Сложно понять до конца. Но он не стремился к тому, чтобы его понимали. Он действовал как мог, как умел, не думая о себе и этим спасая других. Когда Халеке арестовали в 29-м году, это был тот период времени, когда он уже являлся великим ученым и большим профессионалом. Не будет ошибкой сказать, что написанные им первые учебники по естествознанию, анатомии, зоологии использовали не только казахи, но и узбеки и киргизы, а также представители других народов во всей Средней Азии. Если бы Халеке не был репрессирован в 29-м году и не провел бы 2 года в тюрьме, я думаю, что он сделал бы еще больше в науке. Халел Досмухамедов – автор больше 60 научных трудов. Всего не перечислить. Один из них посвящен борьбе с чумой и мерам профилактики этого коварного недуга. Он автор множества школьных учебников, а также первый казах, ставший членом Бюро краеведения Российской академии наук. Являясь полиглотом, именно он первым исследовал закон сингармонизма в казахском языке. Я вот вращаюсь среди нашего медицинского ученого мира, значит так, я не знаю ни одного, кто знает 5 языков. Слава Богу, значит, так вот русский, казахский, ну, английский еще вот сейчас, время такое наступило. Но что 5, в том числе, отлично знал древнетюркский, вот, и немецкий язык. Он перевел очень нужные, важные для медицины книги Вагнера,
значит, с немецкого и так далее. Но самое интересное, что многие его книги написаны до сих пор не переведены. А еще он был талантливым собирателем национального фольклора. Именно благодаря его усилиям до наших дней дошло творчество таких больших поэтов, как Махамбет Утемисов и Мурат Мункиулле. Он изучал творчество Махамбета, он изучал Исатая Тайманова. То есть он и как историк изучил и посвятил несколько научных статей истории национально-освободительных восстаний на территории младшего ЖУЗа. Например, восстание Исатая Махамбета, восстание Есета Котибарова, даже восстанию Кенесара в Среднем ЖУЗе. Ряд трудов по истории и этнографии казахов. Также ни один этнограф-историк не оставляет вне поля зрения труды Халила Досмухамедова по казахской этнографии. Известный казахстанский историк профессор Жанна Кадыралина преподает в университете, носящем имя Халила Досмухамедова. Он расположен в Атрау. Здесь бережно хранят память о выдающемся земляке. Сегодня университет имени Халила Досмухамедова в Атрау также чтит память о Халиле Досмухамедове, чье имя носит наш университет. И перед входом в здание университета установлен памятник Халилу. Создается музей Халила Досмухамедова. Сегодня он оборудуется и дополняется новыми экспонатами. Проводятся ежегодно конференции «Халиловские чтения». И проведены были в 2018 году в стенах Атырауского тогда государственного университета имени Халила Досмухамедова была проведена международная конференция, посвященная как раз почитанию его даты юбилея со времени его рождения. Наука и развитие образования были одним из важнейших приоритетов деятельности членов Алашорды. В частности, Халил Досмухамедов стоит у истоков появления в стране первого отечественного вуза – Казахского госуниверситета. Позже его преобразовали в пединститут. Запомнилась его работа и в качестве главы и непосредственного участника казахской, тогда она называлась киргизской, республиканской комиссии по вопросам развития просвещения. Работать эта комиссия могла лишь по вечерам, после основной работы, в тяжелейших условиях нехватки самого необходимого. Оно и понятно. На дворе был 1921 год. Дефицит всего и вся. Досмухамедов же продолжал трудиться и по ночам, у себя дома. Впрочем, эта его привычка стала хронической, вплоть до конца жизни. Дети, а у Халила и Сагиры их было пятеро, навсегда, в частности, запомнили такую картину. Весь дом укладывался спать, и лишь в кабинете отца, уже уставшего, толком не отдохнувшего, всю ночь горела лампа. Никто не имел права ни шуметь, ни постучать в его дверь, ни зайти к нему. Даже жена. Сагира, повинуясь выработанным годами правилам, каждый раз оставляла ему на столе стопку чистой бумаги. Он работал всю ночь, а утром она забирала исписанные кипы бумаг. Мой прадед по материнской линии, Нагаши. Моя мама, она была его внучкой. Она была советским, комсомольским советским партийным деятелем. Была министром социального обеспечения Казахской ССР. Была секретарем Карагандинского компартии. Ну, что, собственно, в те годы вызывало много вопросов, потому что внучка алашординца, по сути дела. И как бы даже были такие, кто говорил о том, как может внучка алашординца возглавлять идеологию в Караганде. Это невозможно. Но, тем не менее, деловые качества были очень яркие, и это не сочли серьезным фактором, во многом потому, что лично Кунаев вмешался в тот момент, как бы, который он хорошо знал Халила, потому что учился примерно в эти годы, они все друг друга знали. Это и правда было удивительно по советским меркам, чтобы внучка репрессированного алашординца, врага народа, и достигла таких высот. Почти невозможно. Но Дина Абдрахимова, чьей мамой была дочь Халила Рабига, как и ее знаменитый легендарный дед, пасовать перед трудностями не привыкла. Большой профессионал с кипучей энергией и энтузиазмом, с твердым волевым характером, она сумела прикоснуться к главной мечте Халила Досмухамедова. Будучи депутатом Верховного Совета Казахской ССР, голосовала за принятие акта о независимости Казахстана. Лидеры движения «Алаш», несмотря на все сложности, исторические сложности,
того времени, они нашли в себе мужество в любом случае попытаться, и им удалось сохранить государственность. Вернее, не то, что сохранить, а воссоздать утерянную государственность. И ценой собственной жизни, ценой собственных взглядов. Ведь если бы они не начали эту борьбу со Сталиным, с Лениным, казахскую территорию просто разделили бы и отдали бы различным государствам. Прежде всего, она на 80% вошло бы в состав Российской Федерации. Он сказал, что будущее будет латиницей. Представляете, как гениальное предвидение. И посмотрите, как он в точку попал. Журналист, переводчик, издатель, ученый-полиглот. Например, у него есть замечательный труд, называется «Законы синдогармонизма в литературе». Я, конечно, не лингвист, но я спрашивал у лингвистов. Говорят, это очень важная книга. Особая глава судьбы Досмухамедова, не раскрытая окончательно, касается последних лет его жизни. И то, что происходило, начиная с сентября 1930 года, когда его впервые арестовали, прослеживается и в фотографиях, чудом сохранившихся в те страшные времена. Вот здесь проректор казахского пединститута, профессор Досмухамедов, запечатлен за год до ареста. Аккуратная прическа, галстук, его фирменная деловитость. А здесь уже резко постаревший человек, хотя прошло всего 2 года. Дата съемки ссыльного деятеля Алашорды – 1932. Именно в том году его сослали в Воронеж, продержав перед этим 19 месяцев в заключении, пытая и убивая его дух. Начиная с Воронежа, 5 лет до своей смерти, есть медицинское свидетельство о том, что у него полностью расстроены все органы по типу, значит, так вот, вегетативных нарушений. Что это означает? Это очень характерно для генерализованного туберкулеза. И врач, все-таки боится он органов, но все равно написал, что этого человека надо отправить оттуда из мест ссылки специальный, значит, так, противотуберкулезный санаторий. Даже пишет, какой надо отправить. Но этого никто не послушал, и никто этого не сделал. В Воронеже он прожил больше 7 лет. Работал во многих местах. И участковым врачом, и врачом в пионерлагере, и даже в детском саду. Вот на этом фото 1934 года он заведующий одного из отделов Института организации здравоохранения. Здесь уже ближе к концу ссылки, 36-37 годы. Досмухамедов на этих последних фотографиях, часто одиночных портретных, похудевший, постаревший, с редкой сединой, но неизменно деловитый и с чувством собственного достоинства. А здесь он с близкими. Жена, дети. В Воронеже они были все вместе. Последние спокойные годы всей семьей. Есть даже фото летнего отдыха. Закат его жизни выдался полным работы, бессонных ночей над написанием книг, общением с родными. И болезнью, когда-то забравшей его отца и брата и заменившей ему расстрел. Однако до расстрела дело не дошло. Во-первых, он подал кассацию. Пока рассматривалось касаться, к сожалению, в том же году, буквально вот, если 24 апреля, кстати, на день его рождения, ему объявили расстрел, какое кощунство, конечно, то буквально в августе, 19 августа 1930 года, в тюрьме НКВД города Алматы, он умер от туберкулеза легких. Собственно говоря, сам врач, да, как бы он не предохранялся, условия содержания в тюрьмах НКВД, они... естественно, были ужасающими. Возможно, это было сделано преднамеренно. Собственно говоря, предъявлять Халелю Досмухамбетову было нечего, потому что Халель Досмухамбетов, как и все лидеры движения «Алаш», добровольно признали и присоединились, и более того, работали на благо советской власти. После исследования стало известно, он не был расстрелян, он умер в тюрьме от туберкулеза. То есть до расстрела. Но почти все были расстреляны. Но мы получили бумагу из КГБ, где было написано, что место захоронения установить невозможно в связи с тем, что архивы уничтожены. Ну или там что-то с ними случилось. И как бы, ну, гипотетически где-то под Алматой, но где точно никто не знает. Спустя десятки лет после его гибели остаются живыми его научные труды, его огромный вклад в дело создания казахской государственности, его работа в алашском правительстве.
Его потомки добились многого, каждый в своем деле. Все они стали большими профессионалами. Кто-то ученым, кто-то историком, кто-то, как внучка Дина, занимал в советское время пост министра. Его именем названы улицы в городах Казахстана, различные организации и университет в Атырау. А еще живы его высказывания. Такие простые и такие мудрые. Много было на свете гениев, мастеров слова и дела, богатырей, поэтов. Таких людей было немало и в среде наших казахов. Умение чтить людей, служивших своему народу, внесших в его сокровищницу вклад своим трудом, есть признак государственности. Конечно, то, что их всех расстреляли, ну, всех практически, то и коммунистов, и алашардынцев, это привело к тому, что так возникла такая зияющая дыра. С моей точки зрения, это трагедия в том, что эта дыра до сих пор не преодолена. Потому что разрыв получился как бы цивилизационный, разрыв получился поколенческий. Последние дни его сложной, трудной и насыщенной событиями жизни закончились трагически. Он умер один, повторно арестованным. В холодной палате тюрьмы НКВД. Среди чужих людей. Лишенный могилы и прощания с родными. Это боль его семьи, трагедия всей страны, потеря таких людей. Но Халел Досмухамедов шел вперед, несмотря ни на что. Верный своим принципам и главной миссии – врачеванию и защите прав народа. И пусть он горел, и жизнь его была довольно коротка, он умер в 56. Но важно его наследие. Бессмертное, актуальное и поныне. Уникальное по силе предвидения. Халел Досмухамедович Досмухамедов, не расстрелянный, как его друг Жаханша, но сполна испивший чашу страданий. Живший, не жалея сил, патриот, сын народа, истинный лекарь. Настоящий пример для подражания молодым. Ушедший, но не забытый поколениями.